Тромка, друзья. Сегодня мы посмотрим матч на относительно новой карте. Вот он Leaves. Ей там год всего. Это мало для третьего Варкрафта. И к тому же она сделана в офигенном сеттинге осеннего Ордорона. Обожаю вот эту вот расцветку. Она прям невероятная. Самый крутой цвет не только в игре, но и ИРВ. Между двумя орками. Сверху справа стартует Фокус. Снизу слева стартует Соин. Соин в одно время подавал большие надежды на то, что он станет тир-1 игроком. Он давал бой год назад абсолютному большинству сильных игроков Азии. Ну и сейчас, в принципе, остается довольно крепким орком, хотя, конечно, не дотягивает в определенных моментах и не может похвастаться серьезными достижениями. Но это в первую очередь потому, что, опять же, Warcraft провалился и, ну, рефорж имеется в виду. И в итоге фулл-тайм игроков больше не стало. И Соин играет больше для удовольствия. Чего не скажешь о Фокусе? Соин из Китая, если что. Если я ничего не путаю. Или он кореец? Соин вроде китаец. Фокус же из Кореи. Играет он форсиром. А тут Бойдмастер. Фокус корейский олдскульный игрок. Бабушка, как его называют в народе. Очень любит классические стратегии. Но тут он будет играть новомодным нынче билдом. Форсир с хедхантерами. То есть он ставит сальцепилка, форсир. Крутая остратка. Но он заказывает бугая. Возможно, это просто один профилактический бугай. Для того, чтобы как раз было ровно лимита 18. А потом дальше пойдут только хедхантеры. Ну, предположительно. Ну, посмотрим, как это будет работать. И Невей он ставит вторую землянку. То есть он планирует подольше посидеть на Т1 и намасить армию. Соин, с другой стороны, видимо, он будет играть Т1, как бы Т2 через один буров, через одну землянку. Ну и с классическим билдом, через Бойда, может быть, вторым героем, скорее всего, будет Shadowhunter. Там, рейдеры Бугаи, Кодо, ну, Спирит Волкер, вот это вот все. Тема рабочая, то есть все зависит от того, когда и сможет ли вообще Бойд раскачаться. Если Бойд сможет раскачаться, Соину должно быть комфортно. Если он не сможет раскачаться, то сильнее будет фокус. Фишка хедхантеров, почему их начали делать, почему эта стратегия вообще появилась и как бы в ней есть смысл, потому что хедхантеры, во-первых, дешевые, во-вторых, наносят много урона, в-третьих, нуждаются в меньшем контроле по отношению с бугаями. Бугай юнит ближнего боя, как известно, в третьем Варкрафте великолепный патфайдинг, в скобках он ужасный, но в этом фишка третьего Варкрафта, если что, в этом сакральный смысл и вообще вот сакраментальный какой-то такой, знаете, вот смысл этой игры, что отличает Варкрафт от всех других стратегий, то, что здесь юниты тупые, как пробка, ты просто будешь материть их с ног до головы постоянно, потому что они падло тебя не слушают, из-за этого у тебя руинится игра. Но в этом и смысл есть, и в этом и заключается мастерство микроконтроля в третьем Варкрафте. Управлять юнитами тупо тяжело. Они, как бы, модель поведения юнитов отвратительна абсолютно. И из-за того, что юнитами дальнего боя легче управлять, потому что ты просто нажал, и они атакуют, то, соответственно, хедхантерами легче играть по отношению к бугаям. Потому что бугаями надо сначала подойти, чтобы они не толпились, не мешали друг другу, вовремя отходить желательно и так далее. В общем, есть свои проблемы. Да, Т2 нажал, вторая землянка уже есть, Т2 давно нажал. Там Т2 позже нажал, видите? То есть, как бы, соответственно, второй герой раньше будет у товарища Соина. Соин, два венца благородства, кольцо, плохо, кольцо плохо. Тут когти и перчатка, очень даже прикольно. В принципе, и там нормальные дропсы. Тут купил венец, как я понимаю, один в магазине. Ну, в общем, посмотрим. Большая банка здоровья тут выпала, к третьему уровню приближается. Бой тоже скоро получит третий. А вы можете получить 10 уровень, поставив лайк, написав комментарий, посмотрев ролик до конца. Таким образом, продвинув контент. Спасибо большое, ребята, и приятного просмотра. Да, тут третий уровень получает бой. Мантия интеллекта будет приятна для Shadowhunter, если он его будет брать. Тут же, с другой стороны, зелье восстановления выпало, можно прямо сейчас поражать, чем и занимается фокус. Я думал, такое встречается только у игроков за Альянс. Но, как видите, фокус не может выпустить юнит, он застрял. Видимо, тут нет прохода, я так понимаю, скорее всего. И надо теперь эту елку пилить, а это не замечает фокус. Ставится обитель духов, то есть это будет игра в шаманов. Почему в шаманов? Для того, чтобы рассеивать волков, плюс еще щит молнии, очень хорошо заходит против хедхантеров. Спирит волкеры тоже вариант,
для того, чтобы фокус урон был слабее у хедхантеров. Однако шаманы тоже имеет место быть. Особенно если был бы Таурен вторым героем, и тот шедоухантер. Но даже просто без Таурена, тупо с Блейдом тоже норм. Но Блейда вешает щит молнии, он в эпицентре армии режет, и ему нормально. Там шедоухантер вторым героем без Таурена. То есть расчет на то, что фокус будет сейчас выигрывать, потому что как бы суть в том, что у тебя есть хекс сейчас, и ты можешь бугоев прям вот так вот щелкать. Но с другой стороны, как мы видим, есть небольшие проблемы, связанные с тем, что Блейд уже второго хедхантера режет. Очень хорошо у него получается резать, между прочим. Обитель духа все-таки ставит. Хекс был использован на форсире для того, чтобы остановить его. Ну и, судя по всему, обитель духов будет построена, потому что двух пауков будет недостаточно. Ставится зверинец, видимо, для кода. Кода очень нужен для увеличения фокуса урона, плюс еще можно кого-то скушать. Очень сильно хочет отменить обитель духов. Видимо, хекс надо будет использовать на одном из волков, другого выхода я не вижу. Или отменять здание, да. Но новое ставит дома. Конечно, красиво все сделал здесь бабушка, фокус. Народе его называют. Ну, я просто по фотке так, такое чувство, как будто он бабушка и тебе пирожки варит, поэтому... Ну, варит, боже, при пирожки тебе делает, жарит. Пирожки, подожди, а что делают пирожки? Пирожки не жарят же, правильно? Или жарят? Варят. Ну, вареные пирожки тоже бывают, кстати. Ладно, неважно. Обитель духов ставят, да. И лесопилка для того, чтобы бетон прокачать. Качает грубую силу для своих грантов, бугаев. Ну, вроде как все нормально. Там еще и бугай погиб, то есть уже 3 юнитов забрал Блейд. Порошок на нем попал, но он прошел справа. 3 венца богородства. Очень сочненький дроп. Еще когти какие-то, было бы совсем замечательно. Ну и бугаи, бугаи-шаманы, как будто против эльфа играет, реально. Тут же хедхантеры, спиритволкерами. Спиритволкеры будут рассеивать щит молний. И рейдеры сеткой, для того, чтобы был какой-то контроль. Ну и плюс рейдеры хорошо заходят против шаманов. Мне, если честно, нравится очень композиция фокуса. Но с другой стороны, как бы, учитывая какой там Блейд страшный, у Соина может получиться. То есть у Соина гигантская ставка на Блейда. То, что он будет все убивать. Ему нужны тогда когти какие-то. Но у него и так, в принципе, урона более чем. Просто родного. Венцы богородства дают скорость атаки и урон. Кольцо и венец богородства также дают еще и увеличение выживаемости. То есть больше хп. Брони прям дофига. 40% уменьшения урона. Рык от волка. Хочет забрать. А это хекс был, да? Хочет. Ну, хэдхантера, возможно, не заберет. Есть мана на... Хотя должен забирать, да? Да. Там лечения нет еще у шедоухантера. Что с волка взял? Жезл ветров, ну норм. Маны больше нету Блейда, поэтому надо быть очень аккуратным. Но зато второй шедоухантер, есть лечение, а тут все еще первый. Ну, под эмпатией, конечно, можно жить. Только если эмпатия это есть. Ну, клево контролит фокус. Фокус за это всегда был известный. То есть у него всегда был очень неплохой микроконтроль. Как я его только похвалил, сразу же произошел какой-то казус. Но он смог выбежать своим героем. Таким образом спастись. Блейд, сейчас будет виндволк, он сможет убежать. Он заберет сейчас на халяву хедхантера и убегает. Красивый, почти 4 уровень. Ну, фантастика просто. При этом Т3 жмет, ультра нагло. Ради Бладласта. Ради Бладласта и щита молний. Ну, кстати, ой, не щита молний этого. Сферы молний. Почему сфера молний клевая? Потому что есть вариант, есть возможность очищения. И таким образом можно спирит линк бесплатно скинуть. Это прикольно. Ну, эмпатию имеется в виду. Что там выпало? Роба магии выпало, красиво. Опять же хекс. Очень много здесь прямо сейчас Соина. Соин вообще страшный, сели бугая. Второго бугая забрали. Ну, теперь фокус страшный. Потому что он убил одного бугая, второго съел. Но опять же, пока качается Блейд, ты страдаешь фигней. Так и записывайте. Вот видите, что бывает, когда у врага хедхантера, а у тебя нет спиритволкеров с эмпатией. Бугаи просто сыпятся. Несмотря на то, что у них 800 хп и тяжелая броня, они просто сыпятся. Эмпатия очень сильно помогает, конечно. И поэтому я и говорил, что основная ставка на Блейда, который типа все будет убивать. Но как видите, как бы композиция армии у фокуса такая эффективная, что несмотря на то, что Блейд вроде отжирается, мастер клинка, то есть фокус просто становится все сильнее и сильнее. Но Сонь сделал ставку на Т3, то есть он потратил кучу ресурсов на Грей. В то время как фокус ставит уже пятую землянку.
и с батраками идет оуинить. То есть он хочет выйти в 60 и ставить башни на вражеской базе. Плюс еще батраки клевые, потому что на них можно эмпатию распространить в бою. Короче, это оуин от фокуса, и это рабочая схема. Потому что Совин охренел, прошу прощения, нажал Т3, потеряв ретом армию. Магазин падает, магазин передовой тоже наглость была, и за наглость был наказан, уже новый магазин отстраивать где-то дома. Тут Шату Хантер не третий, но скоро может получить. Шаманы без адепства, но скоро будет. Надо рассеивать волков, но желательно не использовать ощущения, пока нет адепства, чтобы как бы мана. Кривая была нормальная. Землянка была уничтожена, и в итоге теперь собой блок потенциально будет усвоен, потому что у него 3 землянки и 40... Сколько? 41 лимит уже был, получается максимальный. Ну, в принципе, Бойд воюет, неуязвимое зелье лечения есть, башни ставятся передовые, третий уровень Шадоухантера, второе лечение, банка здоровья прожимается, пытаются убивать юнитов, все тут умирает у Совина. Но опять же, Бойд, Бойд сильный, Бойд страшный, Бойд сильный, Бойд большой. Магазин сзади отстраивается, можно будет покупать лечение. Хедхантеры потихоньку заканчивают свою фокусу, но у него ставятся башни, магазин прямо на передовой. Батраки умирают у Совина. Бойд отбежал назад. Бойд хочет купить себе расходники, плюс еще сферу молний. Если ему хватит золота, хватит ли ему золота? Ну, на все про все нет, однако скоро накопит. Ну, опять же, все потерял здесь Совин, но он может сейчас прокачать Bloodlust, и у него будет Бойд. У него будет мастер клинка со сферой молнии, Bloodlust'ом. Это мега страшно, на самом деле. Реально, мастерство бы сейчас прокачать. Хочет башню отменить любой ценой. Шаманов желательно не отдавать, наверное, да? Потому что слишком важный юнит. Поэтому он отходит. Сетку не успели бросить. Ну, на бугая, правда, кинули. Но в итоге башню отменил. Красиво получилось. Бойд пытается стрелять. Атаковать, да? Хорошо получается. В итоге, да, ставка на Бойда сработала. Бойд реально нарезает, будь здоров. И уже его хрен убьешь имеющимися юнитами. Пытается забрать бугаев. Щит молнии используется. Делает шаманов. Блин, как же хочется мастерство тут сделать. Я думаю, надо накопить в итоге. Будет ли отменять башни или воевать хочет сейчас? Шаманы выжили еще, удивительно просто. Надо им как-то отойти. Бойд вообще ничего не боится уже. Ему нормально абсолютно. Как бы, но надо быть аккуратнее. Есть там, правда, мана на виндвок. Поэтому, если что, он уйдет. А он просто так на халяву вот забирает батраков и хедхантер. Батраков тут, в свою очередь, забирает фокус. Нормальная такая заруба. Качественная. Реально качественная, сочная заруба. Сильная катка. Машина смерти просто когда один герой. Ну, как классический Warcraft, да? Собственно, еще одна причина, почему Warcraft выделяется на общем фоне. Это сила героев, которые на первых уровнях вообще бесполезные, хуже крипов иногда. Ну, хуже воинов, солдат обыкновенных. Но если они прокачаются, это страх и ненависть просто. Шаманы вернулись. Блин, ну как же хочется мастерство прожать, бро. Жаль, усвоенных ресурсов не хватает. Да дерева у него дофига, на самом деле. Золото только добывать надо, и шахты еще есть. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. В принципе, зелья лечения нет, но есть лечение с Shadowhunter. Вот как раз используют. В бойду нельзя умирать ни в каких обстоятельствах. У него есть виндвок, если что, но надо опасаться сетки. Надо убежать, надо убегать, надо убегать, 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 убегать. Это умрет, да, он пожимает виндвок, использует мазь. Орочью зелье лечения себе покупает, минус шаман, неприятно. Видимо, он не хочет качать Bloodlust, потому что там... Блин, ну просто это моя мечта, да, прохладная, но там просто, видимо, из-за того, что там есть спиритволкеры, которые с рассеиванием будут это снимать, видимо, поэтому не хочет. Ну да, ладно. Обидно. Просто ух, прикиньте, будет под Bloodlust'ом. Лечение, банку маны только что купил Shadowhunter, главное не умереть, бойду здесь, очень сильно хочет забрать, забирает. А-а-а, до 9 хп! Ты чё? Ты чё, крейзи? Башенки будут поставить где-то, чтобы они достреливали до крепости. Ремонтируют здание, как может. Очередной раз лечение. Ждет, когда восстановится здоровье. Ману бы восстанавливал еще Shadowhunter'у. Пытается тыкать. Но осада, конечно, бесконечная. Но Бойд почти пятый, если что. На секундочку, Бойд почти пятый. Прокачая третьи криты, там здорово просто будет. Еще шаман. Ну, возможно, переизбыток шаманов. Ну даже непонятно, что тут делать, опять же. Да, просто перехватили одного шамана, пытается таквать, четвертый уровень Шадоухантера. Пытается забирать рейдеров, красивые криты вылетают, зелье лечения, если что, есть. Маны больше нет у Шадоухантера для того, чтобы лечить. Потом есть страх того, что он умрет, просто забегает внутрь. Может быть, башенки внутри ставить. Но без бетона они как бы, тоже прохладная идея, наверное. Пытаются останавливаться кое-как.
золотом. Ну, ощущение, переключаюсь между игроками, чтобы золото. Смотрите, это вы видите ресурсы сверху. Я их не вижу. Мне нужно переключаться между игроками. Нажимаю F11, я F10 это меню, если что. Крепость потерял уже половину своего здоровья. Интересно, фокус прокачал. Нет, фокус не прокачал, грабеж. Он не получает бабки с того, что атакует вражескую базу. Будет пытаться атаковать. Почти пятый реально. Ой, найс, пятый. Третий криты, да? Третий криты. Да, третий криты. Если кританет, то там просто хата отвалится. Ну вот, 2-2-8. Красиво. Ну, надо ремонтировать крепость. Надо ремонтировать крепость. Башню уже поближе ставят. Урона прям дофига. Красивейшая катка, конечно. Прям голдовая, я бы сказал бы. Да ладно, подожди. Это что? Одна ошибка, и ты ошибся, фокус? Одна ошибка, и ты ошибся, здорово. Или выжил, или да, убил. А-а-а. Фокус, ты чё? Игра в кармане была. Какая отдача. Ладно, это не конец еще, но это... Подожди. Не, форсир не умрет, слишком много урона. И эмпатия еще. Ну, эмпатия легко скидывается очищением, если оно сработает. Но если оно сработает, правильно ведь? Очищение постоянно используют. Бладласт качает, мастерство имеется. Но оно просто не только бладласт, оно еще и хп увеличивает, и запас маны, и регенерацию. То есть можно будет чаще очищением пользоваться и прочим, и прочим. Блин, надо ремонтировать дом вождей, а то что-то не камильфо. Shadow Hunter, я так понял, восстанавливается просто в алтаре, потому что бабки проблема в этот раз. Блин, конечно, продает перчатку силы, потому что и так типа не получает урон Shadow Hunter, так пофиг. Зелье лечения купил Бойду. Одна башня готова, следующая будет скоро ставиться. Мастерство шаманом появилось. Можно теперь Бладласт накладывать. Надо срочно. Еп, вот он Бладласт. Начинается нарезочка, начинается. И не снимает. Маны нет, просто у спиритволкеров. Здорово, реально, реально здорово. Доброе утро. Ой, как режет. Ой, как режет. И почти Моуни, и Бладласт, и криты третьи. И плюс 11 к урону. Да, конечно, сильно. Вроде как когтяне это плюс 11 к урону имеется, да? Ну и у Сойна супер много дерева, поэтому то, что он ремонтирует, ему пофиг. Но то, что он ремонтирует, ему бабки тратит, да? Ему тяжелее расходники покупать. Продал... что там было? Кольцо, получается, продал, да? У него не так много брони, поэтому в этом есть смысл. Красиво, он только что тыкал форсира. Неужели заберет? Очищение! Да ладно, неужели Бойд сейчас Солянова затащит? Неужели один герой катку затащит? Да, ну не верю. Не бывает такого. Ну, точнее, бывает такое, но это что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой. Почти 6 уровень. Ну, он ульту вряд ли прокачает. Скорее, 3-й виндволк будет, но тем не менее. One man army просто. Один герой, который все развалил. Я уже это чувствую, как это, как фокус жалуется на дисбаланс в матчапе. Ну, в принципе, армия еще есть. Вот Shadow Hunter появился, форсир будет появляться. Но там Бойд, капец, зелье лечения. Его реально не убить уже. Его реально просто не убить. То есть надо спешить с уничтожением зданий. Ну, под башнями кое-как жить можно. Может быть, еще одну башню тут поставить фокусу. Но у него проблемы как бы с ресурсами. Очень серьезные проблемы с ресурсами, я даже сказал бы. Он на ударе упал. Если героя погиб, если героя убить, то его уже никак не восстановить. Ну, как ты эту машину убьешь просто? Ну, и шаманов желательно не отдавать, конечно. Они просто много урона от башни получают. А нет, всего больше урона тут получают. Они реально супер уязвимые кинты. Скоро будет 6-й. Ну, и даже 6-й это не только новая способность, это новые статы. То есть больше урона, больше хп. Поэтому мега приятно. Магазин, если что, есть, он уничтожен. Как бы с ума не сходить, Сойну пора желательно, да? То есть уже зелье лечения закончилось. Но вот сейчас заберет рейдера и отойти. Да, вот 6-й. Ну да, вот тут точечно забирать маленьких юнитов. И отходить, восстанавливаешься. Красиво все получается. Сколько золота осталось? 1000 золотых монет. Ну не так много. 1500 у Сойна, 1000 у Фокуса. Но Фокус как бы не тратит ресурсы на ремонт. А Сойн супер много ресурсов на ремонт тратит. Вот в чем проблема. Небольшая. Да, я думаю, Хантеров атаковать самое грамотное решение. Там, правда, лечение есть у Shadow Hunter. Красиво, 5-й уровень, 3-е лечение, на секундочку, да?
Слушай, а может тыкать Shadow Hunter? Вот он реально, если повезет на криты. Крит просто по улице! Да убей его! Да убей! А, там сетка была, ладно. Я просто на эмоциях. Окей, забрал рейдера. Еще рейдера забирает. Так, под всеми этими эффектами, под бладластом и прочим, мега тяжело как бы замечать эту сетку, и сейчас, да, я не сразу заметил. Ну да ладно, все рассеивается. Орка 150 хп. 37. Полностью восстановился дом вождей. Пора бы дерево добывать. Ну нет, нормально, 230 дерева еще. Кстати, ульту прокачал бой, на удивление, да? Не виндволк, а именно ульту. Ну, видимо, как бы, расчет на то, что он и так виндволком не пользуется, а вдруг ману накопит. Ой, шаман сейчас на башне отдаст, неприятно. Зелье лечения. Минус форсир. Минус форсир! Нет! Сетки! Минус! Крит! Сетка! Я выживаю. Там просто рейдер подошел, и он решил не гнаться, потому что сетку половит. Совет в любом случае. Кстати, бойда желательно не отдавать, у него 200 хп на секундочку, да? Он может умереть, виндволк прожимает, убегает. Восстанавливается. Рабочая ситуация, я говорю. Сколько по лимиту? 25 на 39. Я думаю, это уже даже не обязательно комментировать, друзья. Это уже абсурд какой-то. Конечно, Блейд страшный. При этом, ну, сильный артефакт, реально. Не было бы трех венцов богородства, у него не было бы так много хп, и он не мог бы так долго воевать. Венец богородства просто 6 статов дает. Больше нет таких артефакторов, тут много статов. В идеале, конечно, если он был бы супер-гипер-мега-машиной микроконтроля, выкладывать бы все... Каждый раз, когда он прожимает банку здоровья, выкладывать бы эти, но в бою это тяжело делать, конечно. А дома нет смысла, потому что ты просто с бальзама восстанавливаешься. Но опять же, идет воевать дальше. Рейдер есть сеткой, поэтому тяжеловато будет гнаться за каким-то юнитом, вроде там героем и так далее. Очень сильно хочет башню уничтожить. Начинает атаковать рейдера. Зелье лечения еще есть. Башня минус это ГГ. Все. О. Сильная катка. Просто один герой, который все убьет. 37 юнитов сделано, 100 юнитов сделано. 85 юнитов убито. Ну, учитываются самоны еще всякие, да, где имени. Ой, абсурд. Надеюсь, вам понравилось, ребята, что я кайфанул. О, давайте, всем до встречи и удачи. Спасибо большое за просмотр.